уважаемые махачкалинцы и гости нашего города. Ассаламу алейкум. Мы рады приветствовать вас на открытии парковой зоны озера Акгёль в рамках программы формирования комфортной городской среды. Мы продолжаем обустраивать свой замечательный город. Несомненно, сквер станет любимым местом отдыха для всех горожан и жителей нашего города. Какой же праздник без добрых пожеланий? Слово предоставляется главе города Махачкалы Ризвану Казимовичу Казимагомедову. Дорогие горожане, дорогие земляки, салам алейкум, добрый день. Извините, ради бога, что такое пришлось чуть-чуть вас подождать. Больше таких мероприятий не будет. Будем молча приезжать, открывать такие общественные пространства, скверы. Людей собирать мы больше не будем. Еще раз извините, это заорганизовались. Вы собираетесь? Да? Ну холодно же, дети замерзли, что вы замерзнете. Я вам еще раз хочу сказать, что эта программа идет по федеральной программе «Доступная комфортная среда». Таких площадок у нас в этом году 6 или 7. И 23 площадки у нас во дворах, вы видите. Поэтому все, что у нас делается, это делается на федеральные деньги, а мы помогаем и самое главное качественно сделать. Желаю вам, чтобы таких пространств было много, комфортной среды и в ваших домах, и в ваших скверах, и, конечно, в парках. Еще раз поздравляю с открытием и еще раз извиняюсь, что заставил немного ждать. Мы были Линкен, там объект есть, чуть-чуть задержались там. Здоровья вам, удачи! Большое спасибо, Рязан Казимович, за слова приветствия, добрые пожелания. Управление культуры города Махачкалы подготовило небольшую концертную программу. Для вас выступают учащиеся детской школы искусств номер 8 и артисты детской филармонии Управления культуры города Махачкалы. На нашей сцене хореографический ансамбль «Шунудак». Встречаем. Надия Османова исполнит для вас песню «Аист на крыше». Где это
сне. Чудился мне он в странстве дальних, символ верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аристовы. Люди, прошу вас, потишины, потишины. Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, верьте друг другу и мне. Аист на крыше, счастье под крышей, мир на земле. Люди, прошу вас, потише, потише. Войны пусть гинут во мне. Аист на крыше, аист на крыше. На нашей сцене Сиясат Холодаева. Встречаем, друзья. Thank you.
мая. 12 мая.